Лондон – чудо-город. История на каждом шагу. Туристы тоже. Приветливые бармены в пабах. Музыка, театры, живопись. Мультикультурализм. Старейшее в мире метро. Подземка. Самый стильный город. Первоклассный. 12 тысяч лет, чтобы создать его. И одна ночь, чтобы разрушить. Ну что там у нас? Датчики я вырубила, но дронов тут дофига. Какая жесть. Далтон, давай шустрей. Есть, мэм. Внутри. Узнал, с чем мы имеем дело? Узнал бы, если бы ты не рванул с места в карьер. Может, оставить подобные инциденты властям? Смешно, Бэгли. Правительство скорее арестует нас за попытку помочь, чем сделать что-то полезное. Придется разбираться самим. Будь начеку, Далтон. Бэгли заметил нотку тревоги в голосе Сабины. Чудно. Ты спрашиваешь компьютера о чувствах. Это многое объясняет. Заткнитесь, пора за дело. Нет, показалось. Тебе явно больнее, чем мне. Сделай одолжение, Далтон, не шуми. Не будут стрелять в меня, и я стрелять не стану. Пойдет?
Здесь полно снаряги Дедсек. Хотелось бы понять, почему. Что? Откуда они ее взяли? Не знаю. Но кто-то хочет создать впечатление, что тут был Дедсек. Черт. Будь максимально осторожен, Далтон. А что это за люди в черном? Не могу выяснить, кто это. Полагаю, так и задумано. Твою мать. Да тут все заминировано. Боже, те бочки. Бегли, это же... Гексаген, здесь хватит, чтобы сравнять с землей парламент. Бегли, можешь сказать, где детонатор? С полной уверенностью нет, но устройство этажом выше транслирует тонну зашифрованных данных. Подходит. Я проверю. Всюду пропаганда Дедсек. Эти уроды хотят взорвать парламент и свалить все на нас. У них не выйдет, если ты найдешь детонатор. Прямо в палате общин. Не знаю, кто эти люди, но им хватило наглости влезть в самое сердце страны. Нашел детонатор. И он активирован. Бегли, мне нужна будет помощь. Верно, но увы, у меня нет доступа. Срань. Но мы не вывезем без Бегли. Ладно,
Обезврежу вручную. Это входит в курс подготовки в Ми-5. Ты умеешь удивлять. Ну, поторопись. Так, Бегли, действуй. Готово. Но теперь бомбы заряжены. Это усложняет дело. Твою мать. Обезвредить сможешь? Конечно. А еще могу наткнуться на очередную защиту, и ты взлетишь на воздух. Имей в виду. Это привлечет к тебе внимание, Далтон. О, очень надеюсь. Враги у черного хода. Блин. Далтон, в штаб-квартире большие проблемы. Но долго еще, Бегли. Зависит от количества твоих вопросов. Так, господа. Взяли стволы и надели маски. Сейчас пойдет жара. Черт. Меня нашли. Беру их на себя. Смотрите в оба. Что скажешь, Бэгли? Скажу, что меня одновременно впечатляет и раздражает сложность этой системы защиты. Работаю. Бэгли, порадуй меня. Я обошел защиту и перекапываю терабайты цифрового шлака в поисках цикла активации. Больно, небось? Я в укрытии... Боже, мои уши! Я попал! Я много когда-то узнал. Человек, а именно его руки. Срочно! Что такое? Слева три слота, один из них приемник. Выдерни нужный провод. Ты серьезно, блин? Более чем, блин. Дергай! Если я взорвусь... Обезврежены. Ну вот, не так все и страшно. Бегли, вот ты гад. Я чуть не схватил инфаркт. Стоп, стоп. Что это вообще такое? Похоже, парламент не единственная цель. Активируются новые бомбы. Бегли, кофе. Нужно всех предупредить, чтобы людей эвакуировали. Точки по всему Лондону. Мы не успеем. Но моя сестра на конференции ТНМ. Нужно что-то делать. Я нашел на крыше передатчик, который посылает сигнал в другие точки. Доберешься туда? И отключу все. Сабина! Черт! Далтон, тут бойцы! Живо, на крышу! Сабина, что происходит? Облава. Тут просто бойня. По протоколу нужно стереть все, включая Бегли. А как же передатчик? Да, я помню. Но если до Бегли доберутся, у них будет вся инфа. Имена, места, операции. Ладно, сделаю все по старинке. Стирай. Да, сотри меня. Давай, Сабина, стирай и вали оттуда. Блин. Так, Бегли, все. Ты теперь сам по себе. Далтон, если что-то вдруг... Ничего не случится. Увидимся на месте встречи. Обещаю. Удачи.
Деле? Ты про убийство, ты... Именно. Надо спасти мир. Ты ведь знаешь, что лондонцам не впервой. Чума, великий пожар, блиц. Не очень весело. Но разрушение — лучшее лекарство. Нулевой день уже наступил. Боже мой. Минут назад в трех районах Лондона прогремели мощные взрывы. Власти просят местных жителей не покидать свои дома, пока работают спецслужбы. Официальной статистики пока нет, но предположительно счет жертв. Прогремели страшные взрывы. Ночные траурные бдения объединили тысячи семей и сплотили жителей города. Правоохранительные органы... Конференции на Даунинг-стрит 10 премьер-министр поручил Найджелу Кассу, директору ЧВК «Альбион», обеспечить безопасность Лондона. Касс дал слово покончить с террористической группировкой «Дэдсек», демонстрировал силу, применив передовые интеллектуальные системы и автономных дронов, чтобы захватить оставшихся членов «Дэдсек». Все, кто захочет пойти по их стопам, должны знать. Корпорация сообщает о рекордных прибылях, связанных с оптимизацией производства и распространения товаров, ставшей возможной благодаря адаптации военных технологий для гражданских нужд. Наркотики и проституция исчезают с улиц Лондона. Уровень преступности резко упал после ареста лидеров 4 из 5 крупнейших преступных синдикатов города. Скоро улицы Камдена и Брикстона... налаживается, и правительство приняло решение продлить полномочия Альбиона на неопределенный срок. Комендантский час и ограничения на перемещение были отменены. Слухи о восстании на Трафальгарской площади сильно преувеличены. Вероятно, их специально распространяют в соцсетях иностранные агенты. Альбион успешно борется с ним. Попытках дезинформировать их путем распространения фейк-ньюс. Но в темных уголках интернета все еще появляются теории заговора и слухи, что террористическую организацию «Дэдсек» подставили, хотя это неоднократно опровергалось. К сожалению, наши репортеры не нашли никого, кто согласился бы разъяснить суть этой теории для наших зрителей. Факты свидетельствуют в пользу официальной версии.
Нужно собрать команду, но мне не ребутнуть Дедсек в одиночку. Хакну лондонский CTOS и гляну, кто доступен. Я Клэр Уотерс, и мы говорим о Дедсек, группе активистов, которую власти считают террористической организацией. Нам звонит Колин. Колин, что скажешь? Раньше я говорил, что нужно арестовать этот Дедсек чертовой матери. А теперь вот, я считаю, что их нужно к стенке ставить. А тебе не кажется странным, что преступниками назначили их, а доказательств нет? А ТНМ? А весь наш город? Какие еще доказательства нужны? Хотела бы напомнить, что Дедсек редко прибегал к насилию. Альбион за пару месяцев покалечил больше людей, чем Дедсек за все время. На ум приходит словосочетание «козел отпущения». Теперь нам звонит Эмили. Эмили, что скажешь? Ты абсолютно права, Клэр. Правительство пытается подставить Дедсек, чтобы сделать вид, что у них все под контролем. Скорее всего, они понятия не имеют, кто устроил теракты. Но в новостях об этом не скажешь, так ведь? А Дедсек давно действовал им на нервы. Нам дозвонилась Энджи. Что скажешь обо всем этом? Дедсек просто показал свою истинную сущность. И мы столько лет потакали этим преступникам. Террористы разгуливали буквально у нас под носом. Ты считаешь, что Дедсек опаснее банд, терроризирующих город? Даже клана Келли? Келли могут поджечь твой магазин, но в крайнем случае убьют. Но они точно не станут взрывать здание парламента. Нам дозвонился Крипто-король. Предпочитаешь использовать псевдоним? Все должны использовать псевдонимы. Зачем облегчать им жизнь? Мы же знаем, на что они способны и как далеко могут зайти. Подожди. Ты говоришь о правительстве? Ты считаешь, оно ответственно за теракты? О, поверь мне, Клэр, у них были союзники. Все они заодно. Правительство, Альбион, Сирс, Блюм, долбанные Скайларсом, все, вплоть до тех, кто сидит на Даунинг-стрит. Они хотят запугать нас, хотят контролировать наш разум, выжить нас до последней капли. А потом, когда мы сдохнем, они продадут наши трупы. И что же нам делать, Крипто-король? Нужно уйти в подполье, туда, куда не добивает электрический сигнал. Другого выхода нет. Что ж, спасибо всем нашим слушателям, спасибо вам, что искали правду вместе со мной. На следующей неделе на радио «Буканир» вас ждет выпуск о корпорации «Альбион». Кто эти мужчины и женщины, получающие безумные зарплаты за то, что охраняют город? Они и правда защищают нас? Защищают Лондон? Или все же чьи-то интересы? До встречи, дорогие пираты. Это Клэр Уотерс. Отбой.
Тебе удалось выжить. Если твоя решимость не пошатнулась, Дэдсек ждет. Вот координаты последнего убежища. Жди там. Ладно,